Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот поросятки у нас третья неделя от роду. И смотрите, как весело они наяривают траву. Да и свиноматка в первую очередь травой, салатом похмеляется. А потом уже переходит для до поедания дерти. Я к чему веду, что свиньи очень хорошо. А, кстати, многие там рассказывают, что они задрыщут, там еще в таком духе. Но, честно говоря, ни разу не видел, чтобы они задрыстали. Сколько все время, как есть возможность, ну, лето, весна, там, осень. Траву всегда в рацион вводим, как, скажем, для разнообразия. Это лучше едят. Что свиньи лучше едят, что поросятки. Оно у них как аппетит вызывает. Видите, свиноматка пока не съесть, не угомонится. И малыши он как растягивает хорошо. Трава, обычный бурьян. У свиней есть отличная особенность. Они ничего плохого не съедят, выберут. И съедят только то, что им надо. В общем, живность такая прохаванная. Не то, что кролики. Объелись, а обдуло, поздыхали. Эти не обдуются. И я же говорю, даже не дрищу никогда. Сильно, конечно, зависит еще от качества, но как бы тоже зерно, желательно, чтобы оно не было там обосрано птицами, там, я не знаю, чем, крысами. Крысы, да, от крысы, мыши, переносчики, конечно, смотрите, борец. Бурьян с корнями даже еще лучше, они там корни эти с землей, даже если не страшно, им все равно надо как-то, они ж в природе землю гребут, роют, им нормально, когда попадает, ну, там камушки вот бывают, выбегают и сразу начинают, после зимы особенно, когда они выходили на выгул, сразу камни, кирпичи собирают, все подряд грызть, стены обгрызают, бывает. Ну, я понимаю, что там нехватка у них, возможно, кальция, хотя по большому счету, они тогда на БМВД сидели у меня и все равно кирпичи хавали. Ну, в общем, я к чему веду. В рацион можно смело вводить ту же траву. Поросятки очень хорошо и едят. Да и мамки разгрузят маму трошки. Не так ей будет тяжело их кормить. Чем больше они будут есть, тем лучше для мамы. Ну, естественно, чем быстрее у них кишечник, желудок этот, скажем так, наладится, все это уже сформируется, тем быстрее их можно будет продать. Потому что, ну, продавать, знаете, просто вкинуть их, пока они еще толком не едят, такое себе. Расти перестанут, останутся такими чмошными. Если же все сделать вовремя и нормально их кормежку им устроить, то они, соответственно, и вид у них будет лучше, и растения будут лучше, в общем, все будет у них хорошо. Ну, я просто хотел показать, что травка нормальная такая добавка. Не хуже, чем чудо БМВД. После этого они и дертюху повыбирают хорошо. Да и смотрите, каким весело. Хвостами машут. Все довольны. В общем, как-то так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.